Доброе утро. Это программа «Формула еды» и мы в Астрахани. И здесь так душно, что все время хочется пить воды. О, смотри, что я нам принес. Освежиться в Астрахани либо арбузами, либо дынями. Не знаю, я к дыне все равно отношусь очень скептически, как бы ты ни говорил, что там есть полезные вещи. Сколько людей отравляется дыней каждый год? Мизерное количество. Нет, большое, я уверена, большое. Там очень много сахара и воды бесполезная, то есть можно даже поправиться. Она же очень сладкая дыня. Ну? Слушай, прекращай. Ну, нитраты, которые там находятся. Стоп. Я предлагаю тебе просто отправиться сейчас на Бахчу. Посмотреть, как эти дыни растут, поговорить с людьми, которые они знают все, потому что они посвятили этому всю свою жизнь. И, может быть, даже, если ты захочешь, потом попробовать. Посмотрим. Пошли. Дыня и арбуз, и это прямо бренд Астрахани. Ну, это, кстати говоря, еще бренд есть Вобла Астраханская. Да-да-да. А лотосы? Кстати, да, тоже. А, ну, чака на плетение. Что? Я не понимаю. Но это когда из рогоза плетутся красивые вещи. Я не знаю, что ты сказал. Для тебя будет день открытий. Пойдем, познакомлю тебя с человеком, который это делает. Давай. Пошли. К брендам Астраханской области бесспорно относится и здешний Кремль, где можно отчеканить собственную монету с лотосом. И Волжская дельта, самая большая в Европе. В Астраханской области вы обязательно найдете для себя интересные маршруты и сможете составить свой личный список астраханских брендов. А наш маршрут ведет к реке. Это же лук-порей. Нет, это рогоз, с которого плетут. Здравствуйте. Гульнара Джаналиева, мастер декоративно-прикладного искусства. А это у вас рогоз? Да, но мы его называем чакан в Астрахани. Из него плетут, правильно? Из него плетут. Это наш старинный промысел Астраханского края. А. И кто вас научил этому? Меня научила моя мама. И как из этого плести? А пойдемте, я сейчас вам покажу. Пойдемте. А вот и еще один астраханский бренд. Ой, да мы поедем в военные города. Шелковые не вода, мы затянем белоры весу со дна. Ой, да мы затянем белоры весу со дна, мы поймаем наши сети от утра. Это что, я извиняюсь, за красота происходит? Это наш ансамбль «Астраханская песня». А песня о том, что нужно поймать осетра. Мы с Сесиль просто не смогли не присоединиться к этому празднику жизни. Лови его! Уйдет! Леша, не уйдет! Ничего себе! Чем вас тут осетров кормят? Загоняй! Пропустили. Не поймали! Чакан-то будем плести! Ой, кстати! Вернемся к нашему чаканоплетению. Ну вот смотрите, ведь плетем веревочкой. Потянули вправо, потом вниз. Так, теперь у нас здесь должен быть орнамент вот этот, который идет, ступенчатый такой. Нет, плести это не мое. Разве что интриги. Поэтому пусть плетет Сережа, а я узнаю что-нибудь интересное про дыни. Дыня вообще, она является послабляющим продуктом. Ага. То есть благодаря тому, что в ней неперевариваемые сахара, они, не всасываясь в кишечнике, притягивают воду, и из-за этого объем кишечного содержимого резко увеличивается. И они могут, соответственно, очень серьезно вызвать послабление кишечника. Это не романтическая еда на первое свидание. Ну, просто не надо три дыни сразу съесть. Съел несколько кусочков, остановись. Я поняла. Чтобы дыни не отравиться, нужно ее правильно выбирать и правильно есть. И тогда ты получаешь всю пользу, а пользы в ней немало. Действительно. Это была программа «Формула еды» на телеканале «Россия». Нас ждут другие города и другие продукты. До новых встреч. Обмен тут.